Всем привет! Сегодняшнее видео, которое называется «Что он хотел бы сказать вам после Нового года?». Да, такая тема была, такую тему запрашивали, и я подумала, что да, ее действительно стоит сделать. Это таро «Черный гримуар», это таро «Черное на золоте». И позиция сегодня будет общая. Поэтому, если резонирует, вы смотрите до конца. Если нет, то, соответственно, сегодня, значит, расклад нет для вас, значит, ваш мужчина. Пока, наверное, не созрел для того, чтобы что-то сказать. Время такое после новогоднее. Порой еще не все отошли от празднования. Да, так бывает. И это нормально. Итак, что в ваших отношениях? Мужчина запутался в двух березах, но здесь в двух березах, знаете, такая мысль, что ты меня не хочешь, и не хочешь во всех проявлениях, не хочешь меня в своей жизни, не хочешь меня физически, не хочешь, чтобы я что-то де делал, да, не хочешь, чтобы я проявлялся, но у женщины здесь есть аргументы, если ты для меня что-то готов делать, то ты, я должна это видеть, да, а женщина здесь выступает в роли королевы Пентакли, да, вот, и ей здесь в противовес, оппонент, король кубков. Короли кубков всегда мы знаем, что это больше человек слова, нежели дело. Это романтик, это, знаете, тамада на свадьбе, тамада на юбилее. Тот, который говорит, 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 но если ты его попросишь сделать то, о чем он говорит, вряд ли сделает. Вот и поэтому, когда мы встречаемся с, с королями кубков, мы всегда должны понимать, какой человек перед нами и какой ресурс он нам может дать. Поэтому королева пентаклей с королевом кубков, с королем кубков, это довольно сложный тандем а, в пользу того, что вы как женщина земной стихии даже если эта стихия не ваша, но здесь больше качеств да, заложенных ваших, вы больше склонны к материальной стороне и к стороне физической. То есть, если ты не можешь сделать, ты мне дай документ. Если нет документа, то я должна видеть действие. А, а король, он может держать все свое действие, все свое какое-то великое такое вот. Ну, я не знаю, развитие ситуации только на словах. Да, его обещания можно, наверное, верить, но вы всегда должны для себя понимать, что когда человек много говорит, то иногда, чтобы вы были спокойны, человек должен что-то делать. Здесь, похоже, такая ситуация, что вы уже в мужчине разочаровались, хотя здесь чувства есть. Да, здесь и туз кубков, здесь и туз жезлов, когда вроде бы импульс первый был, да, слова любви, какие-то действия, какие-то совместные планы, какие-то совместные мечты. Но только вы действительно столкнулись с такой ситуацией, что вы, как люди, немножечко по-разному видите жизнь, по-разному ситуации. Вы, как женщина, более такая Прагматичная, более женщина-физическая, да и более женщина-приземленная. Для себя считаете, что если человек не сказал, то человек должен сделать. И вы должны четко понимать, что тот мужчина, с которым вы столкнулись, для него действия не являются а, той константой, которая вот такая вот неизменная. Для него я пообещал, значит, я это сделаю. И для него время, если для вас, там, допустим, время, деньги, да, время действия то для него слова-слова-слова, которые, когда настает необходимость, нужно превращать в действие. И вот эти вот два момента, они между вами не состыковываются. Вы по-разному видите жизнь, вы по-разному видите. Чувства, вы по-разному видите отношения. И поэтому ждать со своей стороны от короля кубков, неважно, там он по своей стихии, там он воздушный может быть, да, он может быть, опять же, земной, но в нем очень много воды. Это романтики, это люди, как я уже сказала, это тамада на свадьбе, тамада на юбилее, который сделает праздник жизни, который сделает праздник вот в ту единицу времени, в которую вам нужно. Но это праздник, за который вы хотите получить какие-то дивиденды, а этот человек готов говорить, говорить, говорить. Вот и здесь случается такая ситуация, что вы сейчас ждете от мужчины каких-то действий, может быть, подтверждения шагов, может быть, какие-то документальные уже моменты, так как здесь Паш Пентакли. А мужчина здесь, со своей стороны, вполне может считать, что раз ты такая прагматичная, раз ты такая физическая, раз ты такая приземленная, значит, ты меня не любишь. Раз ты считаешь, что я тебе должен что-то доказывать, значит, наши чувства не такие уж и были настоящие, да, с твоей стороны. Ну, поэтому вот он стоит в этих двух березах, считая, что он вам вот по факту, да, вот если взять сам, самую такую вот выжимку, что здесь считает мужчина ваших отношения, что вы не видите в нем ядро. Вы не видите в нем человека, с которым вы бы настроены были бы на все серьезное. Самое минимальное, что здесь может быть, да, и самое такое, ну, которое такое банальное поверхность, ты меня не хочешь как человека в своей жизни, да, либо ты меня не хочешь как мужчину. И вот, вот, эта вот мысль, она его немножечко сводит с ума. Что с этим дело здесь мужчина пока не знает но вся загвоздка вы слишком разные у вас стихии которым вы больше привержены они разные мужчине здесь больше раздуть здесь мужчине больше наговорить а вам больше получить доказательств да, вот, больше каких то шагов вот, поэтому здесь да, мужчина может смотреть на вас как на инопланетянку и говорить я не знаю вообще что ты хочешь я не знаю любишь ты меня или нет я не знаю что вообще ты такое Вполне такое может быть. Что еще здесь? Мужчина, конечно, хотел бы здесь перемен, но опять же здесь, видите, гарантии. Вот то самое слово, которое мы не любим на моем канале, да. Но как ты можешь идти или выбирать человека посредством каких-то гарантий, да? Тебе никто не гарантирует счастливого будущего. Тебе никто не гарантирует, что тебя всю жизнь будут любить. Потому что сколько мы видим ситуации, да, браки создаются, союзы создаются, люди создают отношения на безумной любви, проходит какое-то время, и люди друг друга перестают понимать. Но вот этот мужчина готов, если что-то выбирать в своей жизни, допустим, вас, да, только вас, чтобы жить с вами, чтобы создавать с вами семью, чтобы между вами было полное взаимодействие, то это при условии, что все будет хорошо. Что вы его вдруг однажды не погоните, поганой метлой, если вдруг он что-то не так сказал, сделал, чтобы если он не сможет, там, не знаю, зарабатывать, приносить деньги в, вас, в, ваш семейный, в ваш семейный бюджет, чтобы вы ему не сказали, знаешь, мой дорогой, я хотела мужчину надежного, да, я, я хотела мужчину стабильного, который мог бы обеспечивать меня, а ты не можешь. Значит, давай до свидания. Вот этого мужчина не хочет. Здесь мужчина четко для себя понимает, что выбирая вас в отношениях, он рискует тем, что он окажется вообще ни с чем. Может быть здесь, конечно, ситуация, что мужчина выбирает между двух женщин. Там, допустим, вы и другая женщина. Может быть, что здесь ситуация любовного треугольника, когда у мужчины есть семья, уже налаженная с семейным бытом, там все хорошо, и вы. И вот выбирая между вот этими выборами, мужчина четко хочет для себя понимать что он здесь не прогадает что он здесь не ошибется даже если ваш мужчина здесь свободный и есть его свободная жизнь где есть его личные деньги да, его заработки на которые рассчитывает и есть ваша семья другие, на другой чаше весов не получится ли так что мужчина себе физически эмоционально будет чувствовать гораздо хуже нежели он чувствовал когда он только был ваш в отношениях с вами, но не будучи семьей. Поэтому здесь, девочки, здесь такой у нас мужчина рассудительный. Здесь мужчина, который хотел бы точно знать, что если он с вами, то все в его жизни будет хорошо. Что еще напрягает здесь вашего мужчину? Лидерские позиции у него здесь потеряны. Да, его это напрягает. Здесь мужчина хотел бы, видите, быть постоянным лидером в отношениях. Здесь мужчина хотел бы, да, может быть манипулятором, а, зная ваши слабые места, на них немножечко подыгрывать, чтобы вы не были такой строгой, чтобы вы не были такой... Ультимативно, здесь мужчина для себя хотел бы ровную, спокойную, стабильную жизнь. А, находясь в ситуации, когда он не держит все под контролем, ему это некомфортно, ему это неинтересно. Здесь мужчина хотел бы э, вот, быть в курсе всех событий, в курсе вашего настроения. И мало того, чтобы быть в курсе вашего настроения, так еще иметь возможность этим настроением управлять. У вас, допустим, день не задался, вам что-то не нравится, вы такая вот фурия. Ну, мужчина вам сказал, знаешь что, я не хочу сегодня фурию. И вы раз, и в такую белую зайку пушистую снова обратились. Вот так вот бы здесь мужчина хотел. Но вот эти позиции им утеряны. И, скорее всего, именно по этому моменту здесь мужчина и сейчас сомневается, да, что если она может там, как есть такая фраза, от милой зайки до дикой фурии, там, разбег, там, 0,1 секунды. Вот мужчина, похоже, вот такую ситуацию в ваших отношениях уже видел. И, конечно, вот находясь в моменте, когда вы вот такая дикая фурия, конечно, где гарантии, что вы в таком состоянии его не пнете под пятую точку и не скажете, а возвращайся ко мне, хорош, туда, где ты был. Гарантии, гарантии, ищет во всем гарантии, ищет во всем благополучие, ищет во всем стабильность, размеренный образ жизни и, конечно, возможности вас как-то контролировать, вас тормозить. Скорее всего, вы та женщина, которая вот в эмоциях своих, она может вы, вы, выдать, наверное, разное, да. «Я сегодня хорошая, я завтра плохая, я сегодня милая, я завтра дерзкая». Но это может быть хорошо для кого-то, но он так не хотел бы. Он хотел бы, что если ему нужно вашу дерзость выключить, чтобы он мог нажать на нужный рычажок и выключил. Если ему нужно включить в вас какую-то страсть, да, вас, женщину, которая бы, я не знаю, там, растерзал бы все на кусочки всех на кусочки он бы взял бы все это включил а таких позиций сейчас у него нет и конечно это его тоже расстраивает конечно всегда хорошо быть с тем человеком который тобой управляем которого ты можешь вовремя затормозить вовремя стимулировать вовремя задавать какой то накал страстей и тогда да можно сказать что отношения с этим, с этим человеком гарантированы Потому что ты можешь задавать тон отношения. Вот этот контроль в вашей ситуации, данный мужчина, утерян. Вот. И, конечно, здесь мужчина будет в раздумье, да? Все было когда-то хорошо, все было по моему сценарию, и все я видел, и если что, я мог корректировать. А сейчас корректировки какая-то ситуация не поддается. А в будущем что будет? А может быть это действительно ситуация та, которая выйдет из-под контроля, и я никак с ней справиться не могу. Да и эта женщина будет мне не подвластна. Что делать дальше? Что еще здесь в ваших отношениях? Вам действительно здесь нужно переходить от отношений э, с многоточием, от отношений, где есть недосказанности, где есть э, неясные моменты. Да? это может быть туман в плане сроков. Это может быть туман в плане того, кто мы между друг другом для сообщества. Каким-то ярким, четким и конкретным действием. Если ситуацию поставить такой, какая она есть, она такая и будет. Да? Вот вся в тумане, мужчина будет пытаться найти себя, вы вот в попытках как-то его вразуметь, будете пытаться и так, и сяк. А мужчина, видя вот таку, ваш такой разбег, тоже будет сомневаться. Да? Он в, э, минус в том, что мужчина, видя вас разную, начинает пугаться. Вот поэтому здесь сейчас тот момент, когда, вот на данный момент, да, когда он действительно, может быть, стоит прояснить кто есть кто кто вы друг для друга что между вами действительно будет в четко обозначенные сроки иначе здесь та ситуация когда мужчина так и будет метаться так и будет думать вот а вы со своей стороны будете ждать действий э, к тем словам которые были сказаны но ну, так и это останется в ожидании Сейчас совет вам сразу здесь. Посмотрю. Но смотрите, здесь действительно с мужчиной нужно бы поговорить так, чтобы определить ваши с ним совместные действия. Но, девочки, здесь важный момент. Не будущее уже окончательное, а ваш следующий шаг вместе с ним. Я думаю, что мужчине здесь не совсем понравится, потому что здесь рыцарь мечей. Здесь ситуация, когда это, ну, несколько сложно, да, это напряженно. Но чтобы вы, дол... чтобы вы могли понимать, да, и чтобы вы знали, что вы можете сделать, там, что вы должны сделать, прояснение обязательно должно быть вашего следующего шага. Что вы с ним в следующем месяце будете делать, да. Что вы с ним делаете вместе в следующий раз. Как вы встречаетесь, да, какая ваша следующая встреча и для чего она Иначе, да, вот в таком каком-то флере тумане вот который здесь карты показывают, вам нужно прояснить. Можно здесь блуждать долго, а по итогу и вы не знаете, что вы получаете. И мужчина здесь такой, знаете, находится, что вроде бы и должен что-то сделать. А что он должен сделать именно для вас, он не знает. Сейчас посмотрю, женщина должна ли быть здесь ведущей в отношениях. Ну, карта победителя. Ну и да. Королева жезлов. Девочки, здесь именно в вашей власти немножечко подсобрать ваши отношения в кучу. Здесь, в вашей власти, направить мужчину, и здесь вы должны ему четко дать понять, что он получит, если он выберет вас, либо что он не получит, если он выберет не вас, да, а выберет, например, свою свободу выберет свою работу, либо выберет совсем другую женщину. Все те моменты, которые он может получить рядом с вами, здесь аккуратно, осторожно и по шагам вы должны ему дать понять. Например, что если мы с тобой еще месяц встречаемся, то мы с тобой, допустим, там поедем в отпуск. Там еще через полгода мы с тобой, там, я не знаю, познакомимся с моими родителями, там, с твоими родителями. Но, девочки, здесь очень важно понимать, чтобы не пугать мужчину вашим напором. Вы должны быть мудрым руководителем. И вы должны быть такой чуткой рукой э, управлять вашим, вашими отношениями, чтобы мужчину не напугать. Потому что здесь пугливый, и здесь мужчина, который хотел бы гарантий прежде всего. И здесь дать какие-то ему гарантии абсолютно, девочки, в ваших полномочиях. Другое дело ваше желание, да, хотите ли вы уже как-то ему гарантии давать, либо не хотите, здесь только решать вам. Но если э, на вопрос, что мне сейчас с ним делать, как минимум с ним поговорить, для того, чтобы первые ваши дальнейшие шаги определить, да, чтобы они были э, удобоваримыми для каждого из вас, чтобы и партнер был согласен, и вы были согласны. Если идет противоречие, да, если вы здесь не согласны, вы хотите одного, мужчина хочет другого, вы не договоритесь. Но женщина здесь более мудрая в отношениях, поэтому здесь женщина действительно знает, похоже, слабые места данного мужчины, и она знает, чем его привлечь, потому что у нас королева жезлов – это Мадам такая огненная, которая знает, чем разжечь, зажечь и чем зацепить. Поэтому здесь смотрите. Ну и, конечно же, если резонирует, смотрите до конца. Если уже то, что было сказано, не резонирует, значит ситуация не ваша. Итак, что ваш мужчина хотела бы сказать вам вот-вот сразу после Нового года? Подожди. Приехали. Сейчас смотрим. Здесь мужчина хочет сказать вам, что он в какое-то время может быть даже тем человеком, который вам даст, я не знаю, отворот-поворот, либо он покажет свою незаинтересованность. Но это для того, чтобы продлить как-то ваши отношения. Но как это бывает, когда я не могу человеку сказать, что между нами точка. Потому что я не уверен, и мне нужно время для того, чтобы понять что-то, да? для того, чтобы решить что-то. Ну и человек на это время да, ожидания не согласен. Поэтому я и буду строить себя. Я сегодня не в настроении, мне сегодня некогда, я сегодня устал. Давай мы пообщаемся завтра, а не сегодня. Вот такое здесь поведение, а здесь мужчины гарантирован, да, если вы хотите получить ответ на вопрос, ну, почему он меня игнорит, например, да, или почему он не отвечает на мои сообщения. Почему? Потому что ему сейчас Ответить вам, собственно, нечего. Да? На тот вопрос, что читает, но не отвечает, читает, но не отвечает, да, и молчит. Для вас уже то, что человек читает, должно быть полным таким подтверждением того, что вы ему человек не безразличный. Было бы ему все равно, не читал бы, да. Было бы ему все равно, вашего контакта вообще не было бы никакого. Здесь хотя бы односторонняя связь между людьми есть. Есть мысль о том, что, а если люди вообще друг друга заблокировали, да, и между ними нет вообще никакого контакта, что тогда? Отдельно делаете расклад. Это тогда бы мужчина хотел сказать, что ему одиноко. Хорошо, одиноко, а почему ты не делаешь никакого шага? А потому что я мужчина, и я так решил. Потому что я озвучил, да, или потому что я дал намек, что я такой человек, который не возвращается. Я тот человек, который, если принял решение вот к новым берегам, значит, я так и сделаю. Здесь девочки корона, здесь девочки гордость. Здесь тот момент, какой бывает у женщин: я лезу на стены от того, что мне, мне не хватает его в моей жизни. Да, я от депрессии схожу с ума, потому что отношений между нами нет, но я ему вообще не напишу, да, я ему слова не скажу. Вот это, вот похожее здесь. Происходит с мужчиной. Он сходит с ума от того, что между вами нет общения, между вами вакуум. И он хотел бы вам сказать, что мне без тебя одиноко. Но он не напишет, потому что уже точка какого-то невозврата, она пройдена. И мужчина, благодаря своей гордости, самомнению, эту точку невозврата не вернет назад. Вот. Поэтому будет, пока он действовать не будет, здесь не знаю, это будут следующие расклады. Вот для тех, кто в блокировке здесь, хочется сказать, да, он переживает, ему вас не хватает. Но я же когда-то ушел, да, я уже сделал шаг. И вот назад я не могу, мне мешает моя корона. Так, смотрим дальше. Что он еще хотел бы сказать? Скучает. Видите, скучает. Скучает, и это невыносимо для него. Заложником своих мыслей и чувств заложником своих каких-то собственных фантазий здесь человек является. Что он там себе нафантазировал? Вашу встречу? Или то, что вы как герой, я не знаю, как Бэтмен ворветесь в его окно там и все, его спасете там из его жизненной ситуации? Я не знаю. Но здесь мужчина который в своих скучаниях доводит себя до состояния, что он заложник вот этой темницы, под названием «Мои воспоминания». Карты все такие, девочки, минорные. И здесь мысли о вас, здесь на, настолько такие какие-то тоскливые, да, настолько вот, вот писк какой-то, ну, писк не потому, что это новорожденный там щенок, я не знаю, птенец родился, а это писк потому, что кому-то зажали вот какие-то, не знаю, причинные места, так скажу, конечности, да, руки-ноги пищит. Одиноко. Для него сейчас момент, что в вашей жизни есть перемены, в вашей жизни есть какая-то движуха, и он за этой движухой имеет возможность, девочки, только наблюдать, либо только фантазировать, либо считать, что пока вы живете хорошо, в его жизни ничего хорошего не происходит. Да, здесь мужчина вполне может вас обвинять даже в том, что после того, как мы с тобой расстались, в моей жизни все стало дурно. Или после того, как мы расстались, тебе стало хорошо, а я стал жить не очень. Но по большому счету здесь мужчине действительно не очень. Частично, что если вы в блокировке, да, взаимной, либо мужчина вас заблокирует, да, ему одиноко, да, ему не хватает вас, но гордость не позволяет. И если вы уж как-то с мужчиной здесь имеете все-таки возможность друг другу что-то написать, здесь такой товарищ, который говорит: я скучаю по тебе, ну вот что-то сделать я здесь тоже не в состоянии. Давайте смотреть, что не в состоянии. Почему? Потому что если делать шаг в вашу сторону, этот шаг должен быть каким-то конкретным, обоснованным. И с прогностикой на будущее. Карта осветления своего пути по которому человек идет. А он вам даже следующий шаг в ваших отношениях пока спрогнозировать не может. И ему действительно страшно от того, что если он как-то себя проявит, то вы ему зададите в лоб вопрос. А он к этому вопросу не готов. Да? Ему ответ на данный вопрос давать страшно. Даже в том числе, что подожди. А готовы ли вы ждать, да? Вот, и мужчине здесь даже такой вопрос вам задать страшно. Здесь товарищ, который погряз глубоко в лабиринте своих собственных иллюзий каких-то. Он наверняка считает, что если женщина любит, она должна ждать. Если женщина любит, то мы друг друга дождемся, да, и если мы судьба, мы все равно будем вместе. Но для него также очень четкой, ясной мыслью идет фоном, да, момент, что данная женщина она может и не ждать и данная женщина она не тот человек который поведется вот на какие-то любовные там намеки да на какие-то обещания в принципе здесь хочется сказать что этот король кубков договорился да доболтался когда уже и все его слова подвергается сомнениям. Я бы ему вот в этой ситуации тоже бы смело сказала, я тебе уже не верю. Я уже не хочу слушать то, что ты мне скажешь. Я хочу увидеть то, что ты сделаешь. Вот это будет лучше всяких слов. Да? Это будет самым лучшим подтверждением твоих намерений. А так как действие здесь пока не предвидится, то и обещать здесь мужчина пока ничего не может. Обещания когда-то уже были сделаны, обещания здесь были по срокам, скорее всего, нарушены. Если не не по срокам, то в целом, да, обещания здесь нарушены. И лишнее обещание вам, оно уже, ну никак ему не поможет, если в противном случае еще глубже не закопая. Вот поэтому здесь мужчина даже, знаете, вот какой-то первый шаг эмоциональный, там, любовный сделать боится. Потому что в вашем случае, да, вот по вашей энергетике, четкости, уже конкретности, вы, он и должен дать вам что-то такое четкое и конкретное. А он здесь говорит, я пока не могу, боюсь, и я не знаю, что будет дальше. Хорошо. А что здесь мужчина действительно хотел бы дальше? Ну, что он хотел бы? Ждать. Данная карта с ожидания. Вот эта карта теперь ждать. Ждать случая, для чего... Девочки, здесь то ли фанатик, здесь то ли человек, который действительно настолько наивен, который считает, что в вашей ситуации должно произойти какое-то невероятное чудо. Мир должен перевернуться для того, чтобы случай, ситуация вас вместе свели здесь человек то ли он от своего собственного страха то ли у него здесь действительно настолько серьезные проблемы в личной жизни что он не может быть с вами поскольку он считает что вы может быть можете быть вместе в будущем и для этого будет возможность но это должна вмешаться судьба что такое верующий что ли сейчас Ну, верующие здесь, да. Здесь мужчина, девочки, даже если он отъявленный атеист, он все равно общается с каким-то высшим «я». Я не знаю, во что здесь верят. В домового, там, в кота своего, там, в кого-то еще. Здесь у мужчины определенно есть момент, что есть что-то высшее, которое распоряжается его судьбой. И поэтому здесь судьба должна сложиться так, чтобы в будущем все равно вам был какой-то шанс. И мужчина здесь ждет такой шанс. Он говорит, не может быть так, чтобы мы вместе дальше не могли быть. Или не может быть так, чтобы мы не нашли какого-то повода, чтобы быть вместе. Хорошо. И такой еще вопрос данному мужчине. А почему у тебя вдруг... Именно после Нового года вот такие мысли возникли, что судьба, что что-то должно случиться, что ты не веришь в то, что между вами нет будущего. Что такого случилось в Новый год? Или что какой-то дзен ты здесь словил? Он говорит, что-то свербит в моей голове. Король мечей – это всегда сильный ментал. Да? Восьмерка пентаклей – это работа, да? что-то постоянно вертится в моей голове, какая-то мысль, какая-то идея. Девочки, здесь может быть даже какой-то знак повторяющийся. Но ну, он, допустим, постоянно обращая свое внимание на часы, видит, допустим, я не знаю, там 12-12, там 20-20, 22-22. И он почему-то вот эти вот моменты связывает с вами. В других ситуациях постоянно слышит одни и те же фразы, да, одну и ту же музыку, там, куда бы он ни зашел, вот, во что бы он, я не знаю, там, не окунулся. Здесь тот человек, который хочешь, не хочешь, но поверишь в мистику. Даже я говорю действительно, что если это товарищ у нас истинный атеист и вообще там ни в Бога, ни в черта не верит, это тот человек, который научился верить во что-то, что он сам может не объяснять, но он Точно скажу, что в этом мире что-то есть, да? Что-то, что выше нас. Что-то, что создало наш мир, и над этим миром имеет какую-то власть. Во всяком случае, над судьбами людей. Мысль свербит, что вы в его жизни не просто так, что вы в его жизнь зашли в как... с какой-то целью. Ну а дальше развитие мысли. Ну что, смотрите, что ваше будущее, оно еще не закрыто, и здесь есть продолжение и как мужчина надеется здесь есть еще что в вашей жизни хорошего получить а что он хотел бы хорошего получить в отношениях с вами хорошее взаимодействие хороший творческий союз но здесь видите тот момент здесь человек обычный и демон и человек с обычного демона рисует портрет да и ему удалось каким-то образом убедить этого демона посидеть да видите жест Сиди вот так вот, спокойно. Это для тех, кто пытается найти какие-то подсказки да, в гримуаре, как их найти. Смотрите на Аркан, смотрите на изображение. Смотрите на Аркан, согласно вашему вопросу. Как он видит, да, что он сможет договориться, что он сможет как-то вас уговорить. И да, он понимает, что в ваших отношениях здесь много противоречия, здесь много несогласий. Вы личности действительно разные. Он об этом точно знает. Но он все равно сможет договориться. Знаете, я расскажу тебе наше будущее. Но это все согласно короля кубков. Они всегда так. Я расскажу, я нарисую. Я уже начну что-то делать, да, наброски, я не знаю, проект нашего будущего и я уговорю тебя, чтобы ты понаблюдала за тем, как это все будет реализовываться. То есть действие здесь мужчина для себя предполагает, но ему, видите, сначала нужно с вами договориться, а каким образом он будет пытаться договориться с вами, он сам не знает, видите. Пока для него это великая загадка, но все же. М -м -м, здесь мужчина еще, девочки, вас удивит. Здесь мужчина, который сделает ставку на свою собственную самодостаточность, либо на свою собственную ценность. И здесь мужчина четко понимает, что вас можно на что-то купить. Например, ну не знаю, для кого-то подарки, для кого-то комплименты, для кого-то внимание, для кого-то действительно купи мне дом, тогда я поверю, что ты хочешь быть со мной. Для каждого здесь отыграется по-разному. И мужчина, здесь 50 на 50. Я делаю ставку на то, что я знаю, что ей хочется, и что ее может подкупить, и я ей это дам. А дальше, либо она согласна, либо нет. И поэтому здесь, да, вот договориться с демоном, либо не договориться. Так что здесь, да, небольшая корона здесь у нас впоследствии на мужчине остается. Потому что вашу личность здесь он не скидывает с трона. И он четко понимает, что каковы бы его намерения, амбиции не были большими, в любом случае здесь будете решать только вы. И да, если прощаться с вами, и если вы скажете, да даже дом, который ты мне купил, там, я не знаю автомобиль и так далее, там счет в банке открыл мне. Мне это не нужно, и до свидания. Здесь мужчина четко знает, что такой вариант возможен, и он понимает, что вы, да, вы так сможете сделать, и ему будет горько и печально. Здесь такая трагичная у нас пятерка кубков, когда здесь один человек удаляется, кто-то его провожает, а кто-то здесь горько рыдает. Рыдать будет в любом случае. Пусть даже не лично, пусть даже вы это не увидите, но здесь такое трагическое внутреннее состояние. А потому что любовь, видите? А потому что любовь. И она его долбит, долбит, долбит. Сексуальное желание здесь тоже есть. Рыцарь Жезлов ⁇ это тоже у нас такая страстная карта, которая активная, навязчивая такая. У мужчины здесь смешение, здесь мужчина по большому счету здесь даже запутался, что больше здесь любви в вашу сторону, здесь желание, ему хочется действовать, либо ему хочется здесь вас протянуть вот в состоянии какой-то неги и окутать любовью, но чувство здесь есть, да. Поэтому он готов здесь на действие, и он понимает, что здесь может быть разруха, провал его ставки к этому готов. Но видите, его внутренняя стимуляция, это все-таки чувство. Тот самый его пинок под пятую точку. Он очень хотел бы стабильности в ваших отношениях. Это действительно так и есть. Но вы уже не там, Былая, что были раньше если раньше вы были мягкой нежной покорной добродушной любящей и все что связано с императрицей то сейчас вы башня то сейчас вы при желании камня на камне не оставите от данного мужчины вы и отношения готовы будете разрушить и мужчина знает и мужчина очень хотел бы чтобы вы успокоились и чтобы, и чтобы вы готовы были с ним на компромиссные какие то решения у многих будет так, что вы не согласны ни на, любо, на любое его компромиссное решение. Да, такое может быть. Но мы же не запретим мужчине хотя бы мечтать о том, что он может как-то с вами договориться. Мы же не можем ему запретить мечтать о вас и думать о том, что между вами еще что-то получится. Здесь, конечно, может так, что он уже вам даром не нужен, вы смотрите с любопытством. О том, что как он там живет, там, что он вам хотел бы, хотя вам уже по барабану, да, что он там. Но здесь мужчина хотел бы, да, чтобы вы смягчили гнев на милость, чтобы вы более, были мягкой. Он считает, что у вас здесь поселилось что-то нехорошее, да, что как демон какой-то вас селился. И вся ваша была стабильность, которая могла бы быть теперь, может вот в легкостью оказаться какой-то разрухой. И разрухой в его жизни тоже. А почему он здесь в своей жизни разрухой считает? Ну, девочки, потому что, уйдя от вас, здесь он считает, что его покинет его собственная удача. То ли вы его ключик к счастью, то ли вы та женщина, за, которой, за, которой за счет которой подпитывался и он об этом знает. То ли вы его личный талисман, да, то ли вы сказали, что пока я с тобой, все будет хорошо. Вот увидишь. Здесь мужчина четко боится того, что а, вы его покинете, и у вас-то все будет хорошо, а вот в его жизни будет не очень, да, он будет вынужден справляться с трудностями, сложностями, с проблемами, со страхами. Потерять вас здесь мужчина боится, да. И если вас он потеряет, вы будете его личной сердечной болью, разочарованием, страданием, его личной печалью. Так что вот, мои хорошие, нужен, не нужен, давать шансы, не давать шансы. Конечно, вы, вы будете решать сами, у каждого ситуация индивидуальная. И когда многие начинают в комментариях писать, а мой такой, а мой такой, многие в комментариях находят похожих мужчин. А многие начинают говорить, ну как можно такого ждать? Ну как можно? Ну вот вы сами пишете, что он такой секой, а вы его ждете. Девочки, не судите, да не судимы будете. Вы не знаете, что такое вот та самая поговорка, что любовь зла, полюбишь и козла. Действительно бывает так, что ты видишь, какой человек нехороший, какой он непорядочный, сколько он боли сделал. Но ты готова раз от раза прощать, ты готова раз от раза ему верить, да, ты, конечно, больше веришь в свои иллюзии, в ожидания, нежели в человека, но все эти иллюзии, ожидания связаны с этим конкретным человеком. Поэтому не обижайте других девочек, женщин, девушек, которые любят действительно мужчин, недостойных их. Это их опыт, и они в любом случае поймут, что к чему. Они действительно смогут для себя понять, это их мужчина, или они все-таки не готовы к такому формату. Они готовы терпеть, либо они готовы пройти сквозь боль вот такого, того, момента, что вырвать с корнем человека и пойти во что-то свое. У каждого здесь свой личный опыт. И кого-то учить, кому-то говорить, да что ты тут делаешь в отношениях, да ты же видишь, да ты же то-то. Но это неправильно. Можно дать добрый совет. Да, можно дать совет относительно своего личного опыта, но кому-то советовать так вот, да ты знаешь, да ты что не видишь, да, вот с каким-то пафосом, ну, не стоит делать, потому что не зарекайтесь, не зарекайтесь, каждый может оказаться в такой ситуации, что ого-го. И тоже сколько вижу в личных обращениях, когда что я никогда не думала, и я всегда говорила, что фу-фу-фу, я в эту ситуацию никогда не попаду, и вот оно, да, вот оно случилось. Вот, и поэтому в жизни все бывает, и, конечно, есть такая поговорка «не зарекайся», да, от тюрьмы до от суммы, не зарекайся в том числе. И от того, что это с вами никогда не случится, девочки тоже. Поэтому мы держим хвостик пистолетом, мы к себе подпускаем только тех мужчин, которые нам интересны, которые могли бы реализовать какие-то наши цели, либо те цели, которые мы хотели бы реализовать вместе с ними. В остальных случаях, да, здесь все сугубо будет индивидуально. А в этом конкретном случае вы должны четко понимать, что здесь все-таки перед вами мужчина больше слов, нежели действий. И здесь женщина в любом случае будет руководящей в отношениях. Да? Такая женщина, которая ведет своей властной рукой, но понимая, что этот мужчина надежд в плане того, что он будет действовать, в основном оправдывать не будет. Поэтому здесь вот либо берете вы опеку над таким мужчиной и отношения с ним, и делая его королем в своей жизни, либо нет. Это будет только ваше решение, и она будет абсолютно верным именно для вас. Ну, а на сегодня все, мои хорошие. До встречи в новых видео. Счастья, здоровья, удачи. С Новым годом. Пока-пока.